правого поворотника. Ты право, да? Нормально. Чтобы нас видно, ты перестраивайся аккуратненько, раз. Могу туда смотреть. Да, в зеркало. Включай поворотник. Вот там мы подъезжаем, пешеход идет. Включай поворотник и тормозим. Включаю. Тормози. Где тормоз? Тормоз. Я что-то, я путаю этот тормоз, хрена. Поехали. Вот сказать мужику, что он на волоске, да, был? Он в следующий раз будет пробегать перед учебой. Блядь, я же такой раз замечаю. Почему не все двумя ногами ездишь? Встанешь. Да? Левой ногой тормоз так нажмешь, стекло головой выбьет. Включай, притормаживай. Притормаживай. Где тормоз? Тормоз! Блядь, да что же это такое? Крути роль. Тихо-тихо. Крути роль. Поехали. Поехали, вон туда. Поехали, нас пропускают. Газу. Газу. Короче, первая маленькая педаль – это газ. Левый поворотник. Там будет сейчас место для разворота, развернемся и в обратном направлении поедем. Когда вот это закончится уже, да? Ну, там вон, где знак пешеходный переход, видишь? Угу. Они же люди не прыгают через нее. Через это. Включаем левый поворотник. Включаем, чтобы нас далека уже увидели, что мы будем выполнять маневр. Стоп. Ну, сейчас до этого доедем. До Сережи. Далеко не сейчас. Крути руль. Давай, поехали. Тихо. Поехали. Вот так. Нам, то есть, кто помог? Кто? Пешеход. Светофор. Какой светофор? Пешеход пошел. А, да? Остановились. А я подумал, что это светофор. Ниоткуда светофора.